Наш регион занимает лидирующие позиции по динамике рождаемости в Центральном федеральном округе. Поэтому курские школы дефицита учеников не ощущают. В этом году только в городе Курске более 4000 первоклассников. Учебные заведения к приему малышей готовы. Готовятся к Дню знаний и первоклашки. Я немножко волнуюсь. Волнуется малышка, волнуется мама. На носу 1 сентября. Для Насти Козловой красный день календаря. Даже обвела долгожданную дату маркером. К школе Настя готова. Вот и портфель на месте. Портфель. На нем нарисованы девочки-яблочки. Вот зелененькая, а вот красненькая. Правда, пока малышка никак не справится с главным школьным атрибутом. Школьная форма тоже ждет часа икс. Блузка, сарафан и тщательно подобранный белый бант. Очень важный аксессуар. Подготовили даже комнату, убрали лишние игрушки, поставили необходимые книги на полочку, приготовили, в общем-то, свое вот учебное место. Волнуемся, переживаем, как получится у ребенка, как пойдет учеба, как сложится отношение внутри классного коллектива. Учебные заведения тоже активно готовятся к приему новобранцев. Только сюда, в школу номер 50, придет 101 первоклассник. Для них обновленные, модернизированные кабинеты. Ростовая мебель, дополнительное освещение. Для них, идущих заниматься по федеральным государственным образовательным стандартам, соблюдены особые условия. И это прежде всего бесплатные учебники и компьютерное оборудование. Учить детей по-старому уже, даже если бы и очень хотелось, не получится. С прошлого учебного года здесь на радость спортсменам действует современный стадион. Легкоатлетическая дорожка, площадка для игровых видов спорта, турники, поле с искусственным покрытием. Первоклашек порадует детский комплекс с горками и качелями. Так называемой демографической ямы курские школы не ощущают. С 2006 года в области отмечается положительная динамика. Если в прошлом году мы занимали лидирующее место в Центральном федеральном округе, по динамике рождаемости мы были первые, по уровню рождаемости вторые в ЦФО, то этот год положительная динамика тоже сохраняется. И на сегодняшний день мы обладаем данными за первое полугодие текущего года. Курская область занимает по уровню рождаемости второе место в Центральном федеральном округе. А значит, и в ближайшие годы свободных парт в школах не будет. В школу я иду с цветами, маму за руку держу. Из-за пышного букета я дверей не нахожу. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, телеканал «Семь».